А чё ты в Краков не перенеси в столицу, а, Коля? Не хочу. Там просто качаная, типа, жиленокая. Ну, и всё. Постойте-ка, ползаю в туалет. Чё? Чё, у меня в столице задуматься? Так. Алло, алло, Микола. Ну, не знаю, мне так кажется, что с тобой задуматься. Так, Поморянская, кстати, вот дает мне право, нет, это западнославянская, а русская дает мне бонусы. Вот, и прусские. Тоже не по сведомости. Вот эстонская дает по сведомости. Финская, ухурская, не очень. Ну, скандинавская, блядь, сука. Надо просить какого-нибудь скандинава себе ко двору. Ведь молодого. Молодой скандинав? Да. Мне нет, кто бы мне лучше всех думал? Или это типа колбаса, а сюзерени. Вот, ты вот не любишь своего сюзерени. А, не, ну тебе в земли, так что ты ко мне не пойдешь. Я замолчал. Неплохо. Хорошо. Вот опять в попытках следы своей добычи вы обнаружили в зарослях маленькую хижину. В ответ на стук дверь открыла. Какая-то старуха при виде вашего отряда, она жутко захихикала и предложила воспользоваться зельем, которое сделает вас успешным охотником. Бля. Иди к ты нахуй, бабка. Конечно, взрыв. Десять месяцев мне еще сидеть. На жопе ровно. Ого, вот у Илюхи, блядь, баланс ежемесячный. Я вот думаю, взять оружие за 400 или нет? 617. Я коч, но ты будешь долго так сидеть, как я. Ну, похуй. А что ты взял, меч? Топор. Что надо дать бонус к легкой пехоте на 10%. Мне есть, да, топор. Тогда отдай этот топор Илюху. Ну, я погляжу, окей, мне больше понравится. Да, наверное, Илюху тогда отдам топор плюс 2. Надо выбрать таких какое-нибудь крутое название. Это у Илюхи не артефакта пока. У меня еще один сын. Бля, я бы тебе посоветовал посадить его тюряшку. Но... Найн. Меня, блядь, и так в тюрьме хватает. Сука, 33 человека, и почти все это бабы. Что, блядь, с ними делать? Ебать. Из тюрьмы выпускать, что ли? Мне так три наложницы, дети уже рожатся, пиздец. Бля. Походу я зря убил своих двух детей.
Я таким мы выпал ивент с бабкой. Думаю, ну, что мне терять, сын есть, два еще в тюрьме. Думаю, ну если сдохну, то они получат земли, так что не хочу. Убил их, выпил зелья, стал усердным. Такой, лол. Ты как бы зря убивал, в общем, то, что еще этот сын может сдохнуть. Так что надеемся, что бы нет. Блядь, еще один сын. И сына дочка, сука. Тебе должна быть наоборот радость. Зато одна наложница умерла при родах. Ради сна. Ёбани род. Расти сна, я росла. Подгали. Теперь все дети от наложниц. Все сыны и дочка от не наложницы. Ну и хуй с ним. Блять, да, Терентий выздоровел. Да, цеплю детей, теперь сидишь на жопе. Думаешь, хоть что-то не то. Теща, слава богу. Ого, одно лицо. А не то, более красиво. Успешное исцеление грипп. Не настолько странно. Странно. Ты уже Колян захватил Латгали, да? Да. Заебись. Мы будем мне мемель съесть. Бля, 6,48 ежемесячно у меня. Ебанина Петровна. Ебать, я убил медведя. Красава! Его голова украсит мою стену. Хантер получен. И престиж, по-моему, в его части. Вот, чувствуете, блядь, кто тут босс этой Of The Gym? Биться легенд, только вот в лице. 20 лет убил легенду, не то что вы, блядь. Ой, иди сраку. Я в 20 лет... Нет, я в 30 лет это убил своих двух детей. И да, ты так не мог. Я просто не мастер таких детей. Это так бы я смог. Ой-ой-ой, ага. Ой-ой-ой! Да? Нет. Так. Теперь жена забеременела еще. Да ебаный в рот, хули ты так ебешься часто, сука. Тебе колылюха. 25 лет. То, что ты пьешь, нихуя. Кстати, да. На деле, да, это действительно странно, знаешь чего? Ты же горбун, и к тебе бабы не очень хорошо относятся из-за этого. Да, половое влечение, отвращение минус 30, еще и это, пьяница тоже минус 5. Ну... Искусственный охотник. Что подозрительно. Я искусственный охотник, пацаны. Где ты? У меня есть корабли, я понимаете. Ильменское население округа Минск приняло волынскую культуру.
Ну что, бывает. Нет, я меч бога, великий охотник. Я тоже меч бога. Великий завоеватель. А ты вот убийца родичей одноглазый. Ну ты поэт. Ну ты прожил уже 33 года. А, не так, кстати, так. А кто меня захотел убить? Это был я. Да? Факин Илюха. Да не, шучу. Блять, лучше не жаль. Ты хочешь, чтобы Илюха хотел тебя убить? Блять, я меч проебал. Минус меч. Як так? Юлин за трансфер оф пауэр, теряньчий лост за пронзатель сердец. Ну, охуеть теперь. Что, загружаться? Да, нет, я еще не сдох. Раз. Два. Три. И, блядь, четыре. Ты чё, уже умер? Да, я умер. Он погиб обстоятельств 22 ноября. Возраст... Ты охуел? 33 года. Я не дам тебе. Чего? Ей 30 годков, пока ты вырастешь, она уже будет старая. Она меня будет обучать. Хуе вообще, блядь, не вообще. Да не соритесь вы. Ёбаный рот. Ёбаный рот! Тебе обучать по хуя вообще-то, мне 21 военки. Блять. Зима какая-то охуевшая. У меня только в четырех местах нету рынка деревенского. Ебать, Илюха, ты сколько на тай заход? По 6. 600. Ебать. Выйди ты богатей, пиздец. Ой, это зря, блядь, 400 голды трачу. Чё, понятно, блядь. Ну, часто видишь, минус, у тебя минус 311, Колян? Ну да, я заказал себе топор, блядь. Надо было не заказывать, в принципе, ну хотя... Ну я тогда не знаю, минус, может, плюс 2 отправлю топор плюс 2. 13. Наверное, Илюхе. Мне. Я проебал свой меч. И да, тебе наложница как раз. Так, чё, блядь, хотел? А, технологии.
Кажется, все красиво, принц. Наложница топор. Чем тебе не предложение? Ну, сейчас я свой только получу. Паром плюс 2 может носиться даже ребенок. Нет, что-то душа. Блять, охуенно. Жалко, что нельзя у еврея в долг взять. Я так скучаю по этой фиче. Да. Нет. Вот что-что, а долг брать у еврея чуть не Ого, у меня есть братуха, оказывается. От кого? От такой-то наложницы. Хотя, гляди-ка, мой батя сдох, от наложницы родился детенок, но этот детенок не обладает тем, что от наложницы. И да, фичу? Блядь, еще у королевы сын родился. Блядь, Илюха. Бесконечные сыны просто. Пять детей, блядь, из которых четыре сына. У тебя, наверное, будет такая хуйня, как с обычной, блядь, киевской Люсью. Там-то она поделится, блядь, на пять часов. Да не, у его ручения. У его жены все будут под одним. Ну сыны. Да, но так-то... Чётенько, вы провели неделю, сука. Верховная жрица шлет вам... Да ёб твою мать, останови... Вот да. Спасибо. Ваша жена попросила у вас пост в совете. Вы не сомневаетесь, что из нее выйдет хороший тюн. Но это из нее вышел не... хороший. Обычно, если не сказать скандально, вассалы будут недовольны. Ну, у Е17, и я буду отличный тюн, блядь. Так, верховная жрица шлет вам послание. Ее легат прибыл сегодня к моему двору и сообщил о беспокойстве по поводу витебских еретиков. Верховная жрица настойчиво просит меня решить эту проблему. Вы провели неделю в попытках найти хоть какие-то следы своей жертвы, но все тщетно. Тем не менее, в дикой природе вы почувствовали себя как дома и стали сильнее. Мускулистый горбун! Военка плюс 2, дипломатия плюс 1, здоровье плюс 1, личные боевые навыки плюс 1, половое влечение, отвращение плюс 5, отношения вассалов плюс 5 и мнение племени плюс 5. Четко. Я хочу быть общительным. Я общительный. Сохранится? Сохранись. Небеременная наложница. Даже две. Отжимаю. Так, кому топор плюс 2? Пашку, да? Пашка попросил мне топор. Мне разоритель топор. Give artifact. Топор плюс 2. На. Детёнок, гуляйся. Армия стала побольше.
Так, у меня 18 косарей армии максимум, но я пока не могу воевать, это печально. 18. Меж 20 военки. И 40 провинций. 41, если быть точным. А это означает что? Это пиздец. Означает, значит, пора ходить мародерствовать. Я паузу нажму, чтобы много денег не протекло. Вот, вот столько людей, сколько это. Нет, это много. Вот так. Так, так мало. О, 2500. А остальные я пущу. Ну все, я отжимаю. Да, отжимаю. Блядь, наконец-то. Если у меня где-нибудь флот. Не, флот у меня нет. Значит, придется дойти пешком. Идите, значит, сюда. Ебать, мемель. Где мемель? Что с мемелем? 442 армия и поза 3 где? Ну, это кому-то похавать. Колян, захвати ее нахер. Мемель? Да, и скаловию заодно. Где мемель? А, это Т2. Да. Так я не могу на них напасть, у меня минус 200, Илюха. А, сук. Я сейчас и думаю мародерить, блядь. Смотри, только ко мне не пиздуй. Тебе я не пиздую, я просто веду войска пока. Извините, но у меня нет ни людей, ни денег, блядь, чтобы строить монументы всякие. Вот что-что, а в этом не пиздёшь. Там около Византии буду грабить. Потихо. Поляк, который грабит Византию. Я вот думал, может самому повести войска, но это так-то опасно, так что я пока не буду. У тебя сын её? Не, вот именно не моя. Если бы у сына, я бы повел. Жени своих дочерей, я к этой в прошлый раз. Я могу помолвить свою дочь. Смотри, Лена. Вообще, я хочу. Ну-ка. Купить билет, 2 годика. Вова старт. Длиннее. Где там? О, у меня родился сын. Меня зовут Ламберт. Можно теперь людей войска поводить, в принципе. Ламберт, Ламберт, хуй, мажовый Ламберт. И он смышленый, кстати, пацан. М? И он смышленый. Да. Так. Ой. Гордость точись, умовка, забава, ладно. Я буду учить тебя сам. Только придет время, сын. Ну, давайте идем сюда. Блядь. Плюс тундра 25%.
Сын Щедрин родился, но он слабоумный. Надо так назвать по-тупому, блядь. Так назову, блядь, типа тупой. Тупой стал королем. Тупио. Тупой. Это про ГОСТ. Нет, сейчас его должны назвать тупой, блядь. Я надо выдать его матрилинейно за какой-нибудь шмара и все. И забыть, блядь, про это навсегда. Только у меня один из сыновей горбатый. Все, я выйду его матрилинейно. Что я на пизду? Слабоумный, блядь, Дауныч. И он родишься, кстати, от той бабы гения. Вот, видишь, только зря уже. А вот от той бабы, что у меня, смышленая, что ли, да? От Пье смышленый сын родился Ламберс. Слабоумный Дауныч. Бля. Срок следующих мирных договоров истекает. Вождь Джедетус с Коловия 50 дней осталось. Ты, блядь, кто? Ты где, сука? А, все, понял, где это. С Коловия. Это как раз Колян, вон то, что я тебе говорил, захватывать. Там просто... Сколовия это Денмарка. Мне придется с Денмарком пиздец. За Сколовия. Да, она выросла. А где он еще, Денмарк этот? Ну, сбоку ты что, не видишь огромный Денмарк? Мой сосед. Замечательный. С какого боку? А, блядь! Денмарк, ну. Радуйся, Денмарк. А что ты за песос в Коляна вторгнулся? Ну, Коля, что-то сзади за вторжение к тебе. А, Франция, типа, это что? Да. Это просто тут раньше был парень один, да, с одной территории. Я думаю его взять, чтобы, ну, иметь нормальную линию. Но его захватила Франция раньше. Мне было печально. Кстати, Франция. Сколько тебе тысяч? 5 косарей. Блядь, у меня 3 паука тут стоит. Голосожатель 3-го уровня пика тут у них есть, чёрный. У них есть ещё один сын, близнец. И он будет Николай, а второй сын, и он будет Павел. Блядь, что мне делать с этими 3 пауками, что за хуйня? Бля, ну распустить, если тебе не надо. Если не можешь воевать, распусти. Если можешь воевать, то влетай на Майгар. То, что они же вроде бы не жрут у тебя это снабжение. Они бабло не жрут. Вот именно, влетай на Майгар. Если там их 1003, то ты там Майгар чистыми можешь потенциально забодать. Майгар, подожди. А, Магьяр. Переславали, это жри там у их. Люба становится колобок, блядь, круглый такой. Не, ну тут косарь 976, ну их нахуй, ну, хотя... Я стал полиглотом, типа 10 косарей, блядь, Илюха. Это вот мне сидеть надо на жопе ровно. Кто, блядь, потому что я заебал, потому что там зима. Не дошел вниз. Бля, не могу пока объявить войну, престиж типа могу потерять. Бля, что же там, не знаю. Бля, мне Панамория, знаете, троху кажется, что, блядь, можно влетать на нас. Что? Thank you.
Блять, может мне показнить заключенных или не, не надо? Трейки их. Я не могу никого потрейдить. Если они тебе кажутся бесполезными, казни. Если... можно просто бабу брать в качестве наложниц из тюряжек. Тут дохуя детей и дохуя баб. Возьми себе одну бабу наложницей из тюряжки именно. Так можно, я знаю. Что с ней сделать? Баб можно, которые у тебя в тюряшке, брать в качестве... Зачем Илюхе наложницу? Но... У него и так, бля, 4 сына. Ты их кто не можешь выкупить, бля, показни, хуя. А то заебали. Казни 30 персонажей из темницы, это приведет к потере вами 20 благе. Чести, это не ухудшит мнение ваших вассалов. Вас, конечно, может огорчить некоторых персонажей в вашем королевстве. Если без дебафа, то поздни 100%. Если с дебафом, то подумай. Так, да, плохо. Подумай, Лю. Поздно. Кто у вас, кто там сверли? Говорю, блядь, сосед заебал. Человек-сосед, блядь. Ну никуда ты не знаешь, Люк. Это максимальный персонаж. Как человек-синяк, так человек-сосед. Ёбаный рот, сосед, да отъебись. Что скажет князь? Великий князь Святополк, в последнее время мы сталкиваемся с настоящей катастрофой. Наши побережья атакуют пираты, и ходят слухи, что именно вы поддерживаете их. Не могли бы вы развеять мои опасения и убедить, что это неправда? Нужно успокоить его. Колян, какого хуя? Это не я! Ну я знаю, что это не ты, бля. Это мета-инфа, но я знаю, что это не ты. Какое бы их чудо. Сука, бля, сука, у меня вы можете реализовать претензии ваших прям на Куколя на вторую пашку, блять. Смоленский и Ятвиги. А вот как нефть Смоленский, нет, там. Чего? Because. Бля, конечно, медь жалко. Пиздец. Птичку жалко. Да, проебал 400 холды, раз. Потом он смог... не повоевал, пока был... Меч, да. Его. Да. Да не, вот не то, что ты просто умер неудачно. Ты неудачно умер. Меня подпилили это... Вассалы? Не знаю, мы кто-то забил точно того, что перила подпилили, и я типа сдох. Бля. Дочери, блядь, рождаются, ну, в принципе, это нормально, наверное.
Мне нравится, что мне окружая прокси, проксит. Болезни? Подожди, блять. Какие это болезни? Проксит, ёпта, просто зажал. Сверху жармия, справа проксит, который, блять, в центре отделяется. Буквально раз, два, три, четыре, пять, шесть кусочков мелких, которые не захвачены. И снизу я. Ну и слева море, и кола, и не только. Ебать! Что такое? Уколы, поглядите, что такое. Невероятно. Да, да, да. Сампо. Пьездос. Муку, золото и соль из ничего. Ебать. И... Блять, это нормально. Нет, но мы не сможем этим воспользоваться, даже если мы когда-нибудь видим что-то подобное. Блять, они в жестком минусе. По престижу. По крайней мере, один чувак, точно. Ебать, в каком он минусе. Да что же он, блять, там такое натворил? А я сейчас буду от нехуй деланья. Ой, твою мать. Создавать тифулы за 150 галдинского. Ебать, мажор. Кину делать нечего, буду просто крафтить титулы. 6,98 в месяц. Мне бы задарил. Не, не надо. Могу и подарить, хули нет. Мне дари, да. Да, подари нам по разу просто и все. Так, послать подарок. 71, 72,7. Отправить. Пашка. А, послать подарок только когда у меня будет 66,8. Подожди, Пашок. Добро. У меня сейчас пока что 64. Что теперь тебе 70? Вот теперь послать подарок. Отправить. Все. Спасибо, Илюха. Илюха богач. Не то слово. Бля, селение Киев 5,7 баз. Налог. Укрепление 1,0. У меня, блядь, во всех укреплениях 1,0. И, блядь, где-то дохерещи неплохие такие налоги. Блядь, в Киеве 1000 просто, блядь. Человек. У меня в остальных, блядь, там не выше 500, и в Киеве 1000. Сколько у кого, кстати, этих провинций? 27. Илюха. Сейчас. Где эта хуйня? В самом верху вот Gold, Prestige, Благочестие, и там вот дальше будет число провинции, предпоследнее. А, 28. Ну тут да, я самый мажор тут у вас. Среди. Сколько у тебя? 41. Блядь. Твою мать, так это же мелкота, дохерища. Дохерища мелкоты, да. То, что я в Европе. Чем дальше от Европы, тем крупнее провинции. Вот, блядь, позов... когда на Францию пойдешь, это ж пиздец. Если пойдешь. Павел в прошлой катке жрал всю Францию. И? Там дохуя было, в принципе, да. Там надо этим вторжением влетать, чтобы сразу по королевству отжрать. Там-то такие большие куски. Карлман II взошел на престол. Колосажателем третьего квалити. Перед этим будем с конницы. У Карлмана, блядь, плюс 12, пиздец, вообще. Потому что мужчины это отстегивают. Всё, деревенские рынки построены везде, у меня ежемесячный баланс 7.15. Во, Колян, хоть уже минус 100.
Это уже, да, более реально выйти из этого дерьма. Что у нас соседи, вот именно вот ближайших, которых можно неплохо было пограбить. Уже ты всех куем позахватывал. Бля, Пашка, куда ты там бабло просираешь? 39,7. И он сажает рынки, а котыльлю, чтобы... Ну я, блядь, попосажал уже везде рынки. Сейчас только апать или еще что делать? Апай, ничего нет. Мне просто в Киев самый апнутый. Оружейное на 3, тренировочный лагерь, стрельбище на единичку и деревенский рынок на единичку. А вообще в Киеве построю, блядь, все. Сейчас военный лагерь начинаю строить, потом земляную крепость. Столица хули. Потом создам герцогство Галич, герцогство Брянск, ну и, блядь, герцогство Полоцк. Раз ему не скрыться. Давай, блядь, уже завали того блядского медведя. Воины Перуна ими управляют таких генетических носач, что прям аж... Завидно. Да, аж завидно. Самое главное, что с русской культурой, кстати. Чё-то как-то человек Колян со славянизмом вроде и неплохо, но вроде и не очень. Ну я распространение. Перекрещивать. Потиху должно пойти. Илюха, конечно, да, крестит вообще, блядь. Моя что-то уже давно стоит на этих, блядь, пермишел или перемишел. Ну, сука, блядь, так и не крестит. Угу. То есть самое такое. А он хз, чего он так долго крестит, честно. Оп-оп-оп. Минус 60 уже скоро закончится тем это. Пойду туда захвачу мемель. Там на Моравию могу улететь. Блядь, тут Магер захватить, по идее, проще простого. Захватывай. Вау. Не, мне лень. Потом тогда будет, когда она разольется и будет тебе давать пиздунов. Блядь, тогда... армия 116 и осталось только, блядь, третьих окружка. Или тогда, ну... когда, чуешь, вот ты прокситы захватишь Магер, и тебе будет тоже давать пиздунов. Прокситы? Илюха, жри пока можешь. На изичек.
Это пока можешь, надо ожидаться. А то поздно будет. Ой, блядь. Да похуй, стоять и сражаться, блядь. Какая-то ситуация выскочила. Либо съебаться, либо стоять и сражаться. Будем, сука, сражаться. Сдохну, так сдохну. Есть 4, блядь, как 4 наследника. Кстати, в организованности повышать или не надо? Не стоит. Вот так только те, где крепость, тогда можно где повышать. Mm-hmm. Ну, чтобы потом принять феодализм, а так пока смысла не надо. Так, принимаем. Так, тормозь, не отжимайте паузу. Как жить? Ну, принимай альянс, поможешь мне, ты меня разъебучишь. И что? Поможешь мне. Окей. Алло. Они, блядь... Муром это где? А, этот мелкий. Принять. Так. Это вот это Муромская с желтым медведем? Да. Или с топором? Так, армейка. Почти 9 косарей. Подъем. Все пиздуют в Рославль объединяться и идем пиздить этих пидорасов. Ладно, Илюха, тогда их дед пизди, я пойду захвачу. Угу. Тебе 5 вот 3000 хватит, ты 2000 можешь распустить. Нет?
Я иду в Ярославль на неделю. Я иду в Ярославль, как раз. Пятого августа я только седьмого еще буду с ними воевать в мире. Так. Я их пинаю к хуям. Бля. И у меня жена беременна опять. Что-то из Типикал. слишком дохуя раз жену Победка. беременеть. Че? Пиздуй за ними в Белоозерск. Чёрлюха, можешь отправлять свои войска обратно. Спасибо большое. Не за что. Да. Люха. О, все, отлично. В принципе, я бы хотел одну провинцию Эстонии, но мне пока не достаточно хорошо, чтобы начать войну. Тебе не надо провинцию Эстонии. Эстонии все отходят в Финляндию, а я хочу Финляндию сделать. Так, Никола. Ой, ополчение особенно. Где? А, еще не дошли. Это больше. Ты так слышишь, из-за того, что их 400, это его? То, что мне мало войск. У тебя больше, чем у них, у тебя 6000. Это максимум. Сейчас у меня не 6000. Ну, сейчас ты не 6000. А у его 1000 максимум. Тысяча плюс еще 4. Я подожду, пока это дед умреть. А только он умреть? Вот тогда можно будет что-то делать.
Блядь, еще. Блядь, еще. Один сын. Ну, что поделать. Сыны это такое. Наложница пыталась убить моего сына Ламберта. But he is my friend. Почти 5 уже ход какой. А именно сколько? 4.97. Херово быть ребенком, капая денег меньше, чем обычно. Скоро. Так-то капало 5.30, а так 4.66. 7.41. Ой, ну не выёбывайся, Илюх, ну ты знаешь, что мажор. Ебать, 7, подожди. Да. Не целых уже, Илюха. Ебать, чтобы Илюху задарить подарок, надо иметь как минимум сотку. Да, 111. Пиздец. Блять, богатый гарбун. Понятно, чего горбатый, потому что над золотом горпит, так осогинается, гортая его там, листая, да. Пересыпая из руки в руку, купает свое. Кстати, да. Мы просчитали все. Так, тихо, меня кто-то хочет убить. Вот только кто? Кликни заговоры или угрозы. На заговор. В интригах. А, да, вижу.
Харлоу. Саксония отделилась от Дани. Это хорошо, то что это означает ослабление Дании. Нет, это означает усиление Швеции, потому что Швеция напала на Саксонию поколением. И пока что... Швеция? Да. Свиборг? Да. Ну, Саксония слаба, да. Я бы на Саксонию сам влетел, если бы мог. Ну, чё ты не влетел? Что на Дине не мог. Ещё 50 копеек надо откуда-то взять. От рубасов. О, у меня гроши появились откуда-то. Да кто-то подарил мне или что? Я не дарил. У меня 44 гроши. Но где-то сотка вот. Мы же вассалы кир. Их бачить, мне предлагают свою же... Саксония, но это опасно, да? Что? Вот если я хуливором влечу на Саксонию, это же не будет опасно, так как Свиборг, ну... А, Данмарк нужно улететь, блядь, да. Блядь, предлагают свою же жену в тюрьму заключить. Блядь, чего она тебе хочет? Мьёльнир! Ебать! Кого? Данмарка. Попытка ареста, шанс на успех 75%. 75, Карл, блядь, за что? Это просто хуйня выскочила. А чего, я хочу тебя убить? Или ну, это без меня? Да, хочет. Тогда заключай тюрягу, чего нет. О, сука. А, это наложница, тьфу ты, ёб твою мать, не жена. Ну, мнение обо мне, минус 85, ну сука. Тебе пизда. Сдохни, мразь. Умер пёс. Ты с Бэтмен. Умер пёс, паузу, отожми, пёс. Подожди. Ты сам нажимаешь паузу. Ну потому что у меня война. Прям ты не нажимаешь его, что вот жаль. Сивая жизнь. Все отжимаю. Делите цель. Не хочу. Ну что ты там, это ты пошел на мемель или... Скалове. Павел, ну я хуел же ты, а? Чего? Типа, меня очень огорчает, как вы меняете мой народный подобающий поведение. Вам не приходило в голову, что он мошенник? Конечно нет! Подумайте об этом. Тут либо какая наглость, либо хорошо забудем на 200 престижа. Хорошо забудем. Ну ладно, сука. То что теперь так престижа 800. А ты еще что-то хотел? От молодого маленького детёнка. Маленький детёнок? Да. Кто-кто, а вот ты не выглядишь как маленький детёнок. Я выгляжу просто как детёнок, правильно. Рынок, рынок. Могу построить?
Ой, базу надо? Алло, Микола. Сейчас, подожди. Все, не надо. Я стал более опытным командиром. Милый тактик теперь я. Бля, право. Колян, мне кажется, или тебя отпиздили? Колян, отпиздили? Нет. Точнее, там, ну, войска и того, но это все маневр, чтобы захватить их на единственную провинцию и выйти у победителя. А-а-а, хитрый жук. Конечно, блядь. Воюю с самого рождения, почти что. Правильно, блядь. Короче, на Литву мне не хватает. Не, хватает. Блять, Пашка самый здоровый. Ёбаный робот. Я могу, да, по провинциям нет. Мне бы хотелось больше быть здоровым по провинциям, потому что тогда больше грошей можно удать, если рынки построить. Коля, на земле все сходится. Классные. Вот если у вас есть несколько, короче, претензий, вот вы создали несколько претензий, тогда можно сразу на все претензии, короче, облететь. Это через... У меня, блядь, только две претензии. Через диафа, если да. У меня только две претензии. На одну у Пашки, на одну у Коляна. Все. Сука. Подожди, не отжимайте это пока. Занимаюсь. Короче, мне очень важно, мне нужно. Так, ну вот, 4000, наверное, где достаточно. Учитывая, что... Благочестие ты, братья, меня не выйдет, не поменяешь, потому что мы с тобой одной религии. Племенная... А, племенная армия еще может быть. Ух ты, 4000 хватит. Да, давай, отжимайте. Почти на воспитание, пока ни одного ивента не высыпало. Это что, тебе же хорошо, нет? Ну, типа, по ты же мой воспитанник, конечно, форму на тебя не повлиял.
Ой, блин, на моей территории какую-то херу делают. Немного саксонских войск. А, это обычно не проходит через что-нибудь. Может, пошли грабить каких-нибудь греков. Ты думаешь, что как ты? Ну, бля, греку грабить всяко приятно, так сказать. Твою мать, еще один сын. Сука! 7 детей! 7! Самое, знаешь, что самое смешное? Что Илюха непохотливый, и у него семья не стоит. Убери вырастить наследника, Илюха, себе цель. Ее можно убрать. Убери. На дете плюс 20 плодовитости. Угу. Че выбрать? Увидеть процветание страны или пополнить военный бюджет? Если ты не будешь... Бюджет пускай. Да, лучше бюджет. То, что... Эту фигню про... Процветание страны нужно пирать. Надо не воевать, короче. 5 лет не будешь воевать точного, только тогда берешь. Ну, девчоночкам хорошо брать. Но девчоночки не умеют брать амбиции, поэтому никакие комедии. Знаете, кто воюет с Францией? Испания? Померания. Где Померания? Как это? Надо мной зелененькая. Когда победить? Это тоже так. Деньги всякое полезнее будет. Ебать ты, Колян, разжился армией, блин. Ну, то, что 16 козырей. Чем больше военки, тем больше счастья. Угу. На самом деле у меня 19 лимит, Илюха, 19 лимит. Я вижу. Я просто недавно, ну, прокачал свою этого... Ну, у меня 10-186 и лимит 10-230. Машка что-то як-то с армейкой все херовенько. То, что я еще детенок. Ну, это раз, а во-вторых, хотя бы. Я еще военки. Я просто, наверное, не сильно качаю этой провинции своей по военному. Вот, а потом жалуются, что у тебя мало армии. Нет, я больше по рынкам. Ой. Где тут королевство Кент? Колян тупанул. Да? Я умер на поле боя. Ну ты не просто тупанул, блядь. Надо бы детей всех убить. Чего? Ты видишь, что осталось? Блядь, Коляна захватывают. Его не захватывают, он развалился. На Литву и этого? А, блядь, точно. Илюха. А как они создали? Они же не могут. Легко, блядь, ты король, они чисто королевские это взяли. Илюха, своих детей бери, лишних, которые ты, блядь, сынов, посади в тюрягу. Ну. И? И, наверное, пока что подожди, то, что... Да хуй с ним, пускай живут, не буду их трогать. Не, ну просто посади в тюрягу. Да, пизду. Мне больше интересно, где тут, блядь, это королевство Кент? Они мне мир... ...прошивают, типа. В Англии. В Англии, Кент? Да. Ну, охуеть теперь.
Я же тебе говорю кожу. А ты говоришь, о, тут выборный раздел, это не реакравный раздел. А в Англии конкретнее где? Подожди, ты листву сделал? Я нихуя не делал, у меня было до королевств. А, всё, нашёл. Ну, блядь, отличная идея, хуй с вами. Слава богу, что я своих детей убью. Блядь, ну я теперь могу объявить этому чуваку король Микола ж Литвения. Не влетайте их, вот долбоёбы. Не, я только на один кусок. Иди нахуй, Илюха, это мой кусок. Нет, я Цвига. Сжимайте, блядь. Я Цвяги, один кусочек. Иди нахуй, Илюха. Мне больше не надо. А я больше тебе не дам, я тебе вообще не дам. Всё. Тогда отгали. Ну, наоборот, это претензии ваших прямых вассалов на чужие титулы. Я не виноват. У меня на Пашкин Смоленск претендует и на Эцвиге. Пашка, ты воюешь? Я? Нет. Ну, хорошо. Можно призвать союзников. Ну все улетел? Я влетел сначала на Литву, потом влечу на тупого, блядь, моего брата. Ха, ну, ха, тупой. Ого, если что, еще есть Павлуша. Может Павлушу посадить? Колян, если что, зови меня, я близко. Я пиздецки близко. Да. Им будет пиздец. Вот Илюха пиздецки близко, а я через провинцию, через реку. Гляди, Микола, вот и лучше. Ну, по крайней мере, знаете что? Я на халяву создал королевский титул. Ебать, ты еще наверх пошел, Пашка? Кого ты, блядь, захватил? Это Карелия, герцогство. Не знаю. Хочу Эстонию захватить, чтобы потом Финляндию сделать. Блядь, а кто колой правит? Не знаю. Подождите, это кое-что должен это сделать. Мужик. Ну, колы там всего 4 провинции. Они все такие. Там, ладно, хотя, да, 4. Да, ну, просто по объему кажется, что большая. На самом деле, она маленькая, пиздец. Маленькая страна. А, это где корона, это там центрировано, да? Да. В центре внимания. А, тогда чувак. Верховный вождь Калеви Кола. Ебать, 392. Да. 392-23. Еще 270 у одного, еще 445 у другого. Их, блядь, отпиздить проще некуда. Только не забывай, что если мы улетим, и даже ТЭ, пацаны, там они за 400 могут призвать по 2000 пацанов. Я не могу учиться у этих, блядь. Кого? У скандинавов. То, что они нахуй хочешь. Базовое нежелание просто и все. Ну, то, что ну хера им. Ну не учись, Люли. Вот тут где-то есть пригласить этому его. Список людей, которых я могу пригласить ко двору.